Здравствуйте, дорогие мои друзья! Меня зовут Светлана Веда, и я являюсь одним из авторов московского издательства «Велигор». И сегодня, дорогие мои, мы с вами погадаем на чудесной моей авторской колоде «Таро темных откровений» в новом издательстве, в новой упаковочке подарочной, шикарная просто упаковка. Карты выполнены из твердого картона, просто замечательное исполнение колоды. Кстати, кто еще не успел приобрести, обязательно приобретите. Эта колода, первое издание, улетела за несколько месяцев по всему миру и стала очень известной. Ну что ж, давайте посмотрим, что ждет вас в ближайшее время. Итак, будет три варианта ответов. Вы можете загадать на один из вариантов, а можете загадать также три варианта, например, по месячной или же по недельной, то есть на определенный какой-то срок, да? Первый вариант, например, первая неделя или месяц, второй вариант – последующее время, и третий вариант – далее. Можете в разброс, как вам будет угодно, или загадывайте один вариант. Это как вы захотите. Кто еще не успел определиться, можете поставить на стоп, подумать и потом продолжить смотреть. Ну а мы с вами продолжаем. Итак, первый вариант. Что вас ждет в ближайшее время? Ну, кто-то старый друг какой-то появится в вашей жизни. Кто-то из прошлого даст о себе знать. Может быть, это бывший любимый человек. Может быть, это просто друг или подруга появится в вашей жизни. Может быть, кто-то со старой работы позвонит вам и предложит вернуться вам на старую работу. Или, может быть, вы захотите к какому-то старому врачу обратиться. Или же к старому занятию какому-то вернуться, к прошлому, к чему-то. Почему-то к прошлому, или поехать на в отпуск на те, может быть, по тем землям, да, погулять, когда вы ранее были там, по тем, может быть, паломническим местам, или же на море куда-то, там, где вы были ранее. То есть эта карта говорит о том, что там, где вы были ранее, вы туда обязательно вернетесь, или же кто-то из прошлого появится в вашей жизни. Давайте посмотрим вариант номер два. Что вас ждет в ближайшее время? И здесь карта «Женщина», и здесь интуиция. Конечно же, карта «Женщина» – это новое знакомство, это новое лицо. И для мужчин, и для женщин это новое лицо и новая встреча. Это не обязательно любовная сфера. Может быть, это новый коллега, друг, подруга. Может быть, это учитель, гуру или еще кто-то. Но этот человек будет очень-очень значимый в вашей жизни. Либо это будет женщина, которая поведет вас, возьмет за руку и поведет, или поможет вам в какой-то ситуации. Либо это мужчина будет, но он очень-очень будет мягкий, интуитивный. Вот у него будет женский склад такой вот характера. Мягкий мужчина, который также возьмет вас за руку и выведет из какой-то нелегкой ситуации. Но это новое знакомство. Для кого-то действительно это может быть любовь, а может быть, это что-то и более. Ну, давайте посмотрим, что у нас третий вариант, да, что ждет вас в ближайшее время. Третий вариант, и сама карта перевернулась, я ее беру. Итак, третий вариант, сама выскочила карта, это шестерка жезлов, вы видите, что кентавр победил минотавра, однозначная победа. Что ждет? Если у вас какие-то соревнования спортивные, значит, вы выиграете, может, какой-то тандем выиграете, может быть, суд выиграете. Если вы загадали знакомство, однозначно вы победитель, вы найдете свое счастье. Кто загадал, например, найдете вы работу или нет, однозначно вы победите и вы найдете, вы проявите себя на работе. Эта карта однозначно да и только да. Посмотрите, помедитируйте на нее. Я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее гадание. Не забывайте пальчик вверх, слово «благодарю». И пишите в комментариях, какие темы для расклада вам интересно. А с вами была я, ваша Светлана. Всех люблю, всем пока-пока.